Витос Амигос. О, как он умеет, ну, офигеть. Так, значит, это Анор Срандо все еще. Здесь этот, ну, уже замок, этот центральный. Вот, сейчас надо пройти наверх, войти в туман, убить двух боссов. И, в общем, все легко, все просто, все понятно. Теоретически-то. Интересно, а лук можно парировать? Да ну пиздец, ну какая нахуй, что за скорострельность такую им сделали? А что тут? Стрела драконоборца. Это, я надеюсь, ей как копьем, надеюсь, можно драться, потому что стрелять-то мне этой стрелой явно не из чего. Стрела драконоборца. А лук где? Че лук не упал? Так, насколько я помню, где-то здесь был подъем, да? Ага. Ой! Ой, пропустил. Чисто в задницу ему воткнули. Так, готов, студент. На всякий случай похиляемся. Я помню, что их там наверху очень много стоит. Трое сразу, вроде как, я в прошлой серии видел. Вот, а как бы их выманить-то? А? Гражданин. Сильвупле, подойдите-ка. Чуть забыл, за вялый удар. Ау! Сука. Чисто в пачку щитом. Ой, как-то бэкстап так прошел сбоку. Просто казнил его прям. Все, второй остался. Больше никого. Вдвоем-то, что ли, тусили? Смотрите, он из какой херни стреляет. Охренеть вообще. А у них мечи, наверное, тоже неплохие, да? Если выбить. Сука, пиздюк, блядь. Решил в размен идти одновременно со мной удар наносить. Вот сейчас должен был быть бэкстап. Почему? А вот, блядь, я не знаю. И им бэкстап проходит только в левую подмышку, да? В правую вообще никак. Интересно. Так. Ну, с рыцарями, с этими... С этими рыцарями попроще, чем с этими, сука, с двухметровыми амбалами, бля. Я уж думал, он будет мелодию напевать. Тебе не приняли в серебряные рыцари? А тебя, что ли, приняли? Кто-то, я смотрю, доспехи на тебя растарабанило, блядь, серебряные. Нахрен мне твои серебряные рыцари, что ты несешь? Да, блядь, какой мудак это написал? Какие 3-5 тел, ты чё? Этот такой герой такой, этот, он, сука, умственно отстал и по... Ой, ай, блядь, пизду. Нахуй этого пошел. Он все время, короче, себе все заслуги приписывает. Типа, я там пробился в этот замок, там открыл тебе дорогу. Он что-то такое говорит, я помню. Сука, больной дурак, блядь. Давай. Давай на ровное место, ну. Обмен жесткими ударами. Блядь, опять. Сука, сдуйся в пену, тварь. Где там второй? Чё не охраня... А, это быстрая срезка, поэтому их там двое стоит. Не придется через верх ходить. Ёб твою мать, их тут трое стоит. Не, ну это уже перебор. Сундук-то там какой-нибудь есть? Они что-то охраняют? Следующий. И нельзя драться рядом с этим луковым придурком, потому что его случайно могут убить. Но не то, чтобы он был мне нужен, мне на него насрать. Но за это вроде грех дают. А как он пробил-то меня сейчас через щит, я не понял. За что и был анально наказан. Герой блок держал, все равно он мочкануть умудрился. Все, ну последнего я прям там в комнате сейчас запрессую. Давай, давай, сучка. Да, какие-то лоховские рыцари, честно говоря, серебряные. Наверное, их сила была в количестве. Потому что видно, да, что их тут дохера просто. Да, где там цепочка? Вроде нормально.
Демонический титанит две штуки. А что демоническим титанитом точится? Оружие из души босса, да? Ай. Вот, картина, вот, смотрите, соотношение роста человека и этого и стража. Ну, гонят, конечно, я ему не по колено, я чуть повыше. Вообще тут картины такие. Ну, это я не знаю, где. Похоже на место, где демон-телец нападал. Ну, это один из линейки, полюбасу. Я когда смотрел видос про сюжет этой игры, там что-то даже на картинах даже что-то узнавали. По картинам даже сюжет объясняли. Во второй части там картина какой-то бабы в частности. Кто-то написал коммент, что я про сюжет не рассказываю. Так дело в том, что здесь нет ничего про сюжет рассказывать. А вот особенно в первой части его вообще никто не понял. Сюжет в том, что мир раз за разом перерождается, все боссы возрождаются, все каждый раз по новой. Чаша загорелась, чаша погасла, надо зажечь, чтобы все по новой было. Все. Тут даже нечего объяснять. Тут это настолько странная игра, что здесь у каждого персонажа история длиннее, чем общий сюжет всей игры. Орштейн Драконоборец, я так понимаю, что это его трофеи. Драконоборца. Какие-то странные драконы мелкие. Ну, потому что вот это обычный серебряный рыцарь. Он бы столько драконов не убил. Ух ты, блядь. Главное, согрелся дальний. Я поражаюсь вообще. Ну, давай, иди попробуй. Вафель огородный, ну. Блядь, какой удар. Ух, могучий. Ну. Блять. Лишь ты отвесил пиздюлину. Как-то я умудрился ему в щит залупнуть. Потому что я копье-то у них, походу, не. О, привидение, помоги мне. Сука, вот у них баланс вообще идеальный. Их с равновесия не выбить ни хрена. Что тут написано? Смерть. Да. Смерть. Чья? Смерть драконов, что ли? Доспехи впереди. О, ну доспехи, это хорошо. Не живые, надеюсь, не, вот, не про вот этого чувака хоть написано-то. Ай! Ой, как я успел. Ой, по красоте. Да ты заёб, твою мать. Этот какой-то рыцарь-недоучка, он только один удар выучил. Так, оба ящика вроде нормальные, да? Доспех серии... О, вот это огонь. Может, они меня теперь за своего примут, если я это напялю? Сколько весят доспешки-то серебряного рыцаря? О, полегче, смотрите-ка, серебряного рыцаря. Га, блядь. И брони, правда, два раза меньше. Вообще пиздец. Прочности зато столько же. Блин. Ну не знаю. Чё там, в чём прикол-то их хоть? Когда повелитель Гвин решил принести в мир огонь, его рыцари разделились на две группы. Серебряные рыцари остались в брошенной столице и служили своей богине. А черные рыцари ушли с Гвином и их опалило. Вот и вся борода. Да, ну посмотрите, насколько тяжелый доспех в этой части круче легкого, вообще по всему. Ой, зато какой стройняшка стал. Мне даже, бля, голову, походу, сплющили с двух сторон, чтобы в шлем в этот влезло. Ой, зато курок работает. А вес чего? О! А если я кольцо сниму? О, заебись, вот это по-нашему. Сразу стал, колечко снял, в два раза тяжелее стал. Хы. Не, ну, по-моему, нахер мне это все не надо. Я уж лучше в своих буду в черных ходить. Они хоть потяжелее, но мне на кувырке это на моем не сказывается. Поэтому вот.
А, понятно. Эта дверь тоже была с той стороны закрыта. Примечательно, что ни одной человечности не упало до сих пор. Я их столько перебил, столько перебил. Биль, биль, перебиль. Торговец впереди. Да что ты пиздишь, какой торговец-то, вон. Я сомневаюсь, что эта тварь будет мне что-то продавать. Кстати, у него на срезе шеи, видите, надписи, как на демоническом титаните, по-моему. Что, пойти, что ли, опиздюлиться, Розан? Нужен мне этот демонический титанит сейчас? Нет, не нужен. Вот понадобится, приду и убью. Так они опасны очень. Ах ты, ёб твою мать. Хрен тебе, не человечности. Иди фарми крыс. Канализация. Дальний бой. С кем тут дальнобоить-то? Так. Кратчайший путь. Да кратчайший путь он вот, по-моему, нет? Открыть дверь с той стороны, кузницу открыть. Сука, если это не кратчайший путь, я не знаю, у меня очко взорвется, наверное. Сука, это не кратчайший путь. Походу, это хрен там плавал. Блять, я лох. Бам, на пику жопой. Зато большой лук драконоборца, от которого у меня две стрелы. Две, блядь, стрелы всего. Выпустите меня нахуй. О! Без комментариев, господа, без комментариев. Ебануться. Так, и мне интересно, если я. Я туда-то приду, если пойду здесь, вот этой дорогой. Вот там черный рыцарь или серебряный. Но здесь черных рыцарей быть не должно, я думаю, они должны биться друг с другом. Должны были бы. А вот я спускаю. Вон они мои. Они их наверху положили? Блять, ну не идиот или, а? Да нахер мне этот кузнец замызганный, мне души мои нужны. Там на левел почти было. Сука, верните мои, верните мне мое богатство, блядь. Нажитое непосильнейшим трудом. В боях с демонами со всякими. Сука, поставили решетку, через которую можно пройти, ну ёб твою мать. Так, где эта тварь? Внизу? Как я это сделал-то? А, вот, тут дырка же есть. А? Огребла? А я эту дырку не заметил там. Там такой обман зрения жесткий, что мама не горюй. Ну почему ты промахнулся, уродец? Так, она отъехала. Еще одна есть? Есть там внизу. Но это насрать, надо открыть это говнище. Ура! Срезка непонятная. А, у нее лут там рядом лежит. Ай, ты ёб твою мать, сколько этих куриц тут ходит-то? Скотчет такая радостная, блядь. С них как будто кожу содрали. Задел все-таки, ты посмотри. Не зря там было написано выстрел в голову. Где-то они пишут очень даже дельные вещи. Обломок титанита. Да. Так, хорошо, ясно, понятно. А, вон. Кузя, он же кузнец. Здоровенная жопа.
ёпте, блядь. Как ему эта табуретка в жопу-то не провалилась, ёптать. Что там делает? Ювелирные работы? Гейский мечик выковывает? Да, кузнец, я понимаю, сука. Вот он, наверное, оружие прессует. Слушайте, а большой уголь что, ему не нужен? Это странно. Тот кузнец в башне просил большой уголь, я ему не даю до сих пор. Это говно мерцающим титанитом чинится? Бред какой. О, он мерцалки продает. Нихера себе. Американская алебарда, лунная стрела. 500, ёбнуться можно. Шлем великана. Пеликана, ё-моё. О, нифига он весит. Боюсь, мне великовато будет, чувак, это эти тряпочки. Так, интересно. Так, а как куда идти, подожди. Странно, я думал, что этот, вроде только этот кузнец может оружие из души богов делать, да? Из души. Или нет. Или да. Хер его поймешь. А уголь большой тогда зачем нужен? Тому дурачку, блядь. Который нихера не будет с ним делать. Что-то нихера не понимаю. А там еще и великаны здесь, по-моему, какие-то не простые, а вообще огромные. Еще больше, чем были. Один удар и половина здоровья. Это еще в броне называется, ёб твою мать. Но мимо этих уродов можно рашнуть, конечно. Даже нужно рашнуть мимо этих уродов. За этих, по-моему, аж по 3000 душ дают. И что-то падает с них регулярно. Ништяки какие-то, насколько я помню. Не знаю, как там черное око дрожит, но мое око дрожит конкретно. А что это он делает? А, он... А, они еще и лечатся. Охуенно вообще. Дайте я пройду просто отсюда. О-о-о. Пошли вы, блядь, нахуй. Братья, ёптать. Братья, дегенератия, ёптать. Хуеть, взяли, полечились. Ну, пиздец придумали, бля. Что с ними делать-то, с такими уродами? Ох, они еще бегать умеют. Но сюда они вроде не пролезут по ширине. Пойду-ка я левел получу, пошли они в жопу. Наконец-то свершилось. Наконец-то я накачал силу и смог взять в руки секиру, большую секиру черного рыцаря. Ее сразу же наточил на плюс 4, ну, сколько мерцающего титанита было. Мне она больше понравилась, чем меч. Во-первых, несмотря на то, что это большое оружие, сука, оно, кстати, весит тяжело, поэтому пришлось надеть эти тряпки. Вот, вместо своей шикарной тяжелой брони. Но он быстро машет этой секирой. Силовая атака, конечно, такая же долгая, как у меча, но она поприкольнее. Он прыгает, бьет, что-то... А меч мог назад отбросить, а этот прям по земле размазывает, короче, вот. Все, теперь с этой пушкой можно идти войной на Арштейна и Смоуга, по-моему, этих уродов так зовут. Интересно, почему Арштейн во второй части был, а Смоуга почему-то не было. Так, ну, наверное, я не буду убивать этих говностражей, потому что нахер надо. Босс-то меня один хрен уже уделает. Вот, ходи там потом эти души подбирай. Так, хоть терять нечего. Оу. Единственное, только что они потом будут мешать, если я захочу вернуть эту... Сразиться с этим придурком, который убил мою хранительницу огня. То, вот тогда они будут мешаться. Да, ну, кто играл, тот знает, что вот этот босс, он, сука, может затрахать, блядь, вот просто может затрахать, ну, до смерти заебать. Причем их надо выбивать еще в правильном порядке, если ты хочешь чье-то конкретное оружие, то есть душу ты получишь того из них, кого убьешь последним, насколько я помню. То есть копье получить практически, сука, невозможно. Потому что, ну, тот все время сзади, а вперед идет жирный. Ну пиздец, конечно. Как они, блядь, придумали сделать
босса двойный. О, там он, чувак с щитом мне на помощь ломится через дымную дверь. Их мало того, что двое, но после того, как один падет, второй становится в два раза сильнее, как известно. Как известно мне, известно вам, известно всем. Ну давай ты что-нибудь, ну Арштейн, блядь, или кто-то там. Смоук, нет, Смоук это палач с молотом, у него молот, короче. А, пиздец. О, блядь, понеслась нахуй, давай. И что делают? Один щит сбивает, второй бьет в этот момент. Нахуй, нахуй, нахуй. Кое-как дали полечиться. Блять, один удар только нанес пока. Потому что драконоборец, бля, халтурит, нихера не делает. Ты ж подходи, чтобы я, блядь, тебя ударить-то хоть смог, сука ты такая, блядь. Пиздык там топор, бля, молот упал. И наседают-то вдвоем. Суки, эти ребята тактику, бля, знают, ёпта. Ну-ка, если... Ёб твою мать. Но это уже слишком. Еще и молния. О, нихуя он его отодвинул. Говорит, подвинься-ка, братиш. Дай-ка я попробую. Ох, отлично вообще, блядь. Ну, как обычно, кувырок, блядь, сработал в стену в какую-то хули. Не, молнии, блядь, это пиздец у него. Вот нахуй они здесь. Вот чего-чего, молнии тут нахуй не нужны. И так, по-моему, блядь, отпиздят любого. Хорошо хоть бегать не так далеко, особенно если динамить этих двоих богатырей. Блять, он еще и отпрыгнул, ну ебаный в рот, а. Пошли в жопу, сука, дайте души хоть в пачку начну складывать. Может, 1020 накопится к тому моменту, как вы сдохнуть, блять, решите. Козлы. Ну давай, шустренький, ну чё ты? Вот нет бы бэкстабище ему, как вкатать, блять, разом. Отбегаем. Хотелось бы, чтобы жирный начал отставать где-нибудь на повороте. На нахуй, блядь. Ну как так-то, пидорасина? Сука, конечно, они, блядь, пиздец, анальные каратели. Я думаю, в истории не было еще человека, который бы без гайдов и с первого раза убил их. Прошел этого босса, блядь. Да, блядь, душ-то дайте. Сука, беги нахуй. Нормально, кстати, урону-то им... Жизнь, здоровье-то у них нормально сносится, ну, блядь. Они тоже нормально здоровье сносят, когда сносят. Ебать, бодну. А, блядь. А, сука, аж волосы на жопе сбрил, наверное, этой дубиной сейчас только что. Ну где этот худосочный, блядь? Почему он не подлетает? Ты заёб меня уже, дебил. Сука, колонн-то все меньше. Может, на них потолок рухнет к хуям? На нахуй! Заебись, здравствуйте, пидорастуйте. О, ништяк, хорошо пошла. Оставь ты колонны, блядь, в покое. О, вот и он, блядь. Заебись. Этот тандем просто пиздец. Круче, чем Путин с Медведевым. Это просто ёбнуться, блядь. Вот, сука, в какой-нибудь нормальной игре был бы какой-нибудь автоуровень сложности, что если ты, типа, убить их не можешь, то они станут попроще. Но это, сука, не про Dark Souls, это точно, блядь. Ёб твою мать.
пиздец. По одному, сучи дети, по одному. Давай, 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 нападай нахуй, заебал. Кретин, бля. Сука, тупорылый этот драконоборец, ебливый. Такое ощущение, что его одного порезали, блядь, и он нихера теперь не атакует. Скачет там он где... О! Блядь. Отпрыгнул он знатно, блядь, базара нет. Жирному молнию в жопу пустили, похуй. Ну давай, давай, гамадрил, блядь. Ебать тебя в нос. Блядь, как я сейчас молотом не получил пиздюлей, я хуй его знает. Между ручкой попал и... И этим, блядь, и ударным, сука, набалдашником. Ну, львоголовый сдох, но это только, блядь, начинается. На нахуй фаталити, бля. Фаталити сила получалити. Сука, сиськи-то, блядь, у него какие, а? Может, ты не палач, а палачиха, наверное? Где у него там, пилотка есть, нет? Кто успел под юбку заглянуть? Сука, бля, вообще, ну, пиздец. Ща... Ой, оп, твою мать, еще и с током молоточек-то, блядь. В ответочку. Опа. Как раз в пузо, бля, в жирное. Не-не-не-не-не. А он после разбега что, удар не делает? Я что-то не прохавал эту ситуацию. Блять. В молоток-то его имеет смысл бить? Хуй. А как же тогда убить-то вообще? Делает удар, блять. Еще как нахуй делает. Ох, уебал, блять. Молодец. Пиздюк, блять. Жирный. Сука, блять. И что вы думаете, я сейчас в туман зайду, он там один остался? Нет, блядь, оба резнулись. Многие люди просто пишут, что, о, посмотрел, решил тоже поиграть. Не перепройти, а еще как бы поиграть в первый раз, как я понимаю. Ну, блядь, давайте, ёпты, пацаны, поиграйте. Посмотрим, что там от ваших нервов останется после вот этого пидораса, блядь. Пидорасов. Их как раз двое, 100% пидоры, базарю. Что они тут делали? Вдвоем в этой комнате вечность, блядь. Шпиндохорились, долбились только, блядь. На перегонки, наверное, блядь. В пуканы, нахуй, хуярили. Блядь, как я жопой эту молнию почувствовал. Ёб твою мать. Чую, просто летит что-то в очко, бля. О! Ну давай, чё ты? Чё ты можешь? Ты кто-то такой вообще? Так кореш твой сильный, тебя-то, блядь. Охуеть. Не-не-не. Верю, верю, силен. Верю. Сука, как бы его, бля, выцелить-то, а? О! Да ебись ты провались, ну хули ты меня задел-то, блять, а? Может его от меня отодвинут хотя бы? Было бы, блядь, замечательно. А, ну мы ж понимаем, что он будет прямо рядом сейчас стоять. Сука, с занесенным молотком, блядь, над моей головой, нахуй. Постоянно, бля, раком ходит. Не, отошел, смотри-ка. Да хули там, блядь, толку-то, ёб твою мать, конечно, нахуя, блядь, пиздец. Сука, это, наверное, самый, блядь, невероятный, нахуй, босс в этой игре. Тут даже горгульи, они рядом не валялись. Это, блядь, как сэр Алон, нахуй, в придачу, блядь, к нему еще какой-нибудь пидорас. Да-да, иди нахуй. На, пидорас, блядь. Ёб твою мать. Сука, чуть пальцы на ногах не отбил нахер. Дебил, блядь.
Ну где там этот, сука? Мистер Поносная скорость. Блять, охуенно. Пулишь ты отпрыгиваешь, так... О, вообще классно, дрюкнул, блять, как надо. Охуенно, у них еще и скейлов, блять, полный набор у каждого. Ебаш, блять. Так, первый готов, сука, наконец-то, блядь. Сейчас надо внимательно, аккуратно второго запиздить. Да-да, это не скипается нахуй, это хуйня. Я должен каждый раз, блядь, на нее любоваться. Интересно, как бы Арштейн этого пидораса добил. К сожалению, не имею удовольствия, блядь, созреть это зрелище. Потому что убить жирного, мне кажется, просто нереально первым. Ибо пидор. Нихуевая, да, атака? Ну, ну. Чё, как жить-то будем, блядь? Хорошо, хоть колонны, блядь, остаточки хоть не ломаются, и твою мать. Какой-то шанс, блядь. Мне нравится, что он, получив по яйцам, блядь, топором, начинает, сука, назад отпрыгивать. Это хорошая привычка, это я, блядь, одобряю. Ой, блядь, я лох. Мне повезло. Он под свою пузо удар-то нанести не может, потому что... Потому что жирный, блядь. Как я сейчас не подох, ебать, Дева Магдалена Пресвятая, что, да ёб твою мать, ты будешь цель захватывать? Это что-то новенькое, блядь, в твоем арсенале. Ты же отпрыгивал всегда, пиздюк, блядь. Толстомясый, блядь. Сука, еще раз, блядь, еще разан. Блядь, не та кнопка. Похуй в атаку. Я же ударил, блядь, я же его ударил. Да какого хуя, блядь, ты охуела, что ли? Дерьма кусок ебаного, блядь. Пиздец полный, блядь, охуела эта игра, блядь. Ну давай, жирножопый. Где удар? Где дамаг, блядь? Мало того, что босс и так, блядь, жопоразрывательный, еще и, сука, дамаг из-за багов не проходит, блядь. Они охуели вообще. А, блядь, по яйцам, по твоим микроскопическим, сучара. Ну, нет, одного его нормально можно провоцировать, но у него есть еще один удар, блядь, секретный, когда он вверх взлетает на своей жопе, блядь, и падает вниз со взрывом молнии, насколько я помню, у него есть такое говно. Вот оно вообще решает. Сука, опять один удар, может его, блядь, ножами закидать? Да, сука, господи, блядь, наконец-то, ёб твою мать. Ой, блядь. Какая нахуй мне его человечность, ёпта, должны, сука, миллион долларов домой присылать за победу, о, 50 тысяч душ, о. Это уже больше, сука, на награду похоже. Ну вот тут статуя, сука, Гвина, короля Вазелина. Это Гвинивер, блядь, или как там ее дочка его с сиськами, блядь, как у Анны Семенович. А вот здесь слева должен был быть Гвиндолин, но он такой уродец, что нахуй его решили, блядь, даже из камня не выделывать. Короче, он там... Ну ладно, я потом расскажу в следующей серии. Может, я хотел спросить, может, проголосуем, убивать его, не убивать, то есть развеять иллюзию, не развеять. Вот, ну, кто играл-то, те уже знают, в чем тут фишка-то, а кто не играл, те еще не в курсах, вот. Так что тема-то такая, то есть... Гвиндолина Темного Солнца, да, он последний из богов в этой игре, который остался в Анор-Ландо, видимо, и который жив. Остальных всех, походу, перебили. Вот, и, короче, он пацан с сиськами, вот. Ну, я уж не знаю, к сожалению, нельзя его разоблачить полностью, чтобы посмотреть, кто он, кто там под маской. А вот и Анька Семенович.
С тетюльками, блядь. Какой размер, наверное, 10-й? Что вы говорите? Простите, простите, я прослушал. А, Гвинивер, да. Дочь повелителя Гвина и королева света. Ну-ну. Как он лихо должности раздавал. Давай чашку свою. Используя, вы можете перемещаться между кострами. Наконец-то! Господи, ёпта! Продолжу, дети, принеси огонь в наш мир. Да, да, да. Детка, да ты сама огонь. Я бы даже, будучи таким маленьким, куда-нибудь да оттарабанил бы. А вот наверху... А, нет, там уже другие статуи. Гвин и его рыцари. Ладно, все, в жопу, на этом серия заканчивается. Уже аж, блядь, башка разболелась, сука, от этих сражений с этими двумя уёбками. Так что пишите, жмите, что там делать с этим, с гвиндолином. На лекарство похоже, гвиндолин, ёптать, от печени. Вот, короче, все, конец, адьё.